Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Сунду, Бульбазару, Сок Яблочный, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, аниматроники пугают охранников. Все написали в комментариях, чтобы мы с этими новыми пилпаками записали эту рубрику. Так что, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Все, что вы пишете, мы записываем для вас. Пацаны, вы знаете, что я буду немножечко сегодня добрый? Да. Да, ну одну минуту. А потом это очень жестко мочить. Поняли, да, о чем я говорю? А, ну минута не прошла, извините, просто не выдержу. Классный аниматроник, он реально классный. Его руки торчат через камеру. А, он может телепортироваться. Он может исчезать. Он может ставать видимый. Он может садиться и отдыхать. Прикольно, кстати, анимация. Так, Чика довольно-таки тоже неплохо все делает. Я на жопе не могу ездить, было бы прикольно. Она так бежит. Легкой походочкой иду я к пацанам. Классная анимация, мне реально нравится. Разработчику респект. Но зачем вы дверь оставили открытой? Если я буду только мочить, тогда, когда будет дверь открыта, так не буду. А я бегу по пиццерии и Да, пацаны, можете использовать оружие, только не очень жестко. Только не очень? Да, ну, допустим, пулеметы можете использовать. Вы же понимаете, если дверь откроется, я вас убью. А ты где? Да. Пацан, к успеху ушел, не фартануло. Не открывай там, вон там. Дверь убийца делается за меня. Я ее запрограммировал, чтобы она убивала охранников. Все продумано. Димас, я свой. Слышь, откуда пулемет? Кто будет читерить, тот будет умирать. Давайте посмотрим, режим полета включенный. Ну, конечно же, надо выключить. Все, пацаны, я убежал. О, давайте возьмем другого. Так, давайте анимацию. Что у него за анимация? Просто челюха, да, шевелить? Пусти. Так, акула стоит с пулеметом, все хорошо. Уходи отсюда, уходи. Говорю, уходи. Уходи, я тебя еще раз убью. Эти дверь уйду. Вас, я сверху тебя. Чем это вы надымели вонючим таким? Давай, стреляй, стреляй, стреляй. Трать патроны зря. Они бесконечные. О, я музыку могу делать, это круто. Ой. Нет. Спалюсь, 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 пацаны. Ой, классное место. Ты так упал, как солдатик. Чпоньк на спину и все. Ждем, пацанов. Классная игра за аниматроника с этого пака. Они реально очень классно сделали. Как тебе мои свинцовые пули? Ну так себе, ты упал как щенок. Как акула дохлая. Ого, вы там забросали кастовыми гранатами. Ну зачем столько много? Чтобы ты не прошел. Ну я не прохожу, я ремонтируюсь, я в комнате, там где мастерская. Нечестно. А что, вы боитесь зайти, сыкуны? Ну акула, ну что, о, пошел, пошел, умный человек, уго. Так, пора выходить, я вспомнил, мне надо похлеб. Так. Ой, тут розовый, а, это, наверное, зеркала должны быть. Слышь, отвали. И вас застрял в туалете. А блин, я в параше застрял ногами, заклинило. Да что ты ржешь? Я не знаю, как выбраться с этого говна.
Это примерно как насрал, что ноги застряли. Я ничего не... Блин. О, давай. Я сейчас вылезу как-то. Ты не вылезешь. Не умри. Ой, умри. На! Блин, бомбой палюсь. Какой-то человек поставил... О, отлично, отлично. Будете выходить сюда? Я должен... Этот, вы должны ж в офисе сидеть. Зря вы так, зря. Ах ты, дерьмо, пригвоздило меня. Так, надо как-то прятать этот... гвоздик этот. Ходят, ищут меня. Опа, маньяк пошел. Я сейчас маньяка убью. А, ну видно, прозрачная текстурка такая небольшая. Ай, самого себя убил. Да. С кем я играю? Пацаны, такое дело, что сами себя мочат. Вот молодцы. А, вы появляетесь друг в друге? О, Минский. Ах ты подлюкса! Да как ты меня убил? Ла. Я с тобой. Да теперь я буду умирать. Так, давайте мы тут поставим спауны. Так, пацанчики, стопунчатки. И где я тебя? Чпоньк. Во, красота. А, вот так ты, значит, со мной. Я к нему со всей душой. А они? Дайте взять аниматроника. Что вы меня убиваете? Мастерская, это будет моя зона. Вот у нас еще есть новое. Я вышел на охоту. Кстати, невидимым я не могу вставать. Я иду просто, знаете, как терминатор видит цель, но не видит препятствий. Я иду в ваш офис, я должен его захватить. Отлично. Ребята, это мой офис. Ух ты, осторожно, ты двери поломаешь. Осторожно! Ты пролетел на В, что ли? Да не! А как? Там сверху есть сломанная крыша, в нее можно залезть. Я что-то, знаешь, бегаю и думаю, как же вас убивать постоянно? О, засада! Это самая любимая моя часть. Когда люди будут проходить, не знаю, да почему же мы умираем? Ну как? Где кто? А я сижу себе. Ой, я только, знаете, как типа жду. Что? Кто? Ну где я? Где оно? Догадайся. Я видимо, я невидимым не могу вставать. Понял, где он сидит. Где? В будке. Да. Я в уборной. Тут, знаете, где не туалет, а там, где, короче, стоит ведро, чтобы полы мыть. Ты чё, офигел? Вы чем стреляете? Алло. Это очень мощное оружие. Я могу его только использовать. Да ну нифига себе. Нема дверей, что ли, у меня? А где двери? Да отвали ты от меня. Ой-ой-ой. Вот это они хотят подобраться, а я им не дам. Давайте, кто? Да ну блин, жизни выносятся потихонечку. Надо отходить от дверей вовремя. Вот в эту сторону, да. Вот в эту сторону. Отлично. Ай, блин, а что это дамажит? Красное говно у меня опять. Ну легче, пацаны. Да вы сами себя убиваете. А это кидает. Ты по кнопке жмешь, чтобы сразу залезть. Ну нифига себе.
Умирает. А я просто сижу себе и все. Так что тебя вымою. Ладно, я выйду сам, пацаны. Я понял, что это все не так. Не пойдет так дело. Умирает. Не, я иду мочить вас. Эй, что это за леденящее говно? Спанч Боб, отвали. Ого, такой звук прикольный у оружки. О, я сейчас возьму монетку, тебе капец. Нет! Не-не-не-не, у меня 6 тысяч жизней, ты меня убьешь сразу. Да-да-да-да. А ты попади монеткой сначала. О, ты ж не убьешь меня, ты ж понимаешь, что никак это. Ай! А как ты дамажишь, если ты стреляешь далеко вообще? Убивать. А нормально убивать монетку через стенку? У меня осталось 2000 жизни, так нечестно. Я контролирую эту карту, она моя. Да давай, а ты так ты зайди в туалет. Вот ты захочешь в туалет, ты не зайдешь. Придется делать это в штаны. И стенку убивать. Ладно, ладно, 900 жизней осталось, я пригвождён. Нет, я не пригвождён, я пригвождён. Я когда этот перевоплощаюсь в другого, в доброго или злого, у меня жизни пополняются. Хорошо, 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 хорошо. Дайте время мне восстановиться. Ай, даю. Вот так вот, значит. Я к ним со всей душой. Так, давай, давайте возьмем, давайте возьмем вот этого. Ну, давайте с этого пилпака, мне не очень нравится. Вот эта злая бабка. На щупальцах очень круто смотрится. Кто знает, как ее зовут, напишите в комментариях. Пупет написано. Мне кажется, не так немножко называется она. Или оно. Отвали от меня! Давай, иди сюда. Да хватит! Ну давай, мочи! Вы же друг друга... Так убейте меня, тут бомба даже уже катается. Я вам выкатываю бомбу, на! Звук такой прикольный. Ой-ой-ой. Я реально жестко вас смочил. И нет, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.